Родственники похищенного в Хасавюрте Салафита Амара Мусаева провели сегодня митинг у районного отдела полиции. Силовики заверили митингующих, что Мусаева у них нет, но отказались пропустить их в здание. Если мужчина, ты тогда скажи, где он. Я тебе скажу, кто сказал, что он здесь, тот не мужчина. Ну тогда, если мужчина, ты скажи, где он. Кавказский узел сообщал, что частный предприниматель Амар Мусаев был похищен 9 июня. На видео с камеры наблюдения, опубликованном правозащитным центром «Мемориал», видно, как человека, который спасается бегством от преследователей, избивает легковая машина. Напомним, что 11 июня родные Мусаева вместе с родственниками пропавшего 3 июня Салафита Магомеда Сулейманова митинговали в Махачкале. В тот день с протестующими встретился вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров, который пообещал им доложить о ситуации главе республики Рамазану Абдулатипову. Чем с женщинами огрызаться, лучше свою работу выполняйте. Возбуждайте уголовное дело и ищите человека.